Я, как обычно, убегаю от всех людей. Там нельзя пройти, к сожалению, на ту сторону. Тут веревочка висит. Но это мечеть. Значит, я опять все перепутала. Минареты самые высокие у сердца Чечни, которая в Грозном, вторая мечеть, которую мы вчера посещали. Там 66 метров минареты. У этой 63 чуть-чуть не дотянули, но визуально они кажутся выше за счет белого цвета и за счет монументальности и лаконичности. Величественная красота, действительно, и тут очень спокойно. Вмещает внутри 30 тысяч человек и на территории 70 тысяч. То есть в общей сложности 100 тысяч человек могут молиться. Вообще все очень продумано, ничего лишнего. Вот как бы я сказала, ничего лишнего. И за счет этого вроде бы как просто, но при этом аж трепет какой-то. Жалко, что с той стороны, конечно, нельзя зайти, там солнце падает. А вот здесь видимо, ну, читает проповеди по пятницам.